В чем секрет моей идеальной бахромы? Почему у меня она выглядит так, так и так, а у некоторых учениц так, так и так? Что, я не делюсь какой-то важной фишкой? В чем загадка? Девочки, загадки тут никакой. Моя бахрома может тоже выглядеть мятой и неаккуратной. Ведь шнур довольно плотный, и если его смять, например, при транспортировке, то он будет держать форму. Что делаю я? Первое. Завязываю двойные узелки на концах. Они работают как утяжелители. Второе. Если шнур жестковат, то собираю бахрому в кисти. Так работа смотрится аккуратнее. Ну и самое главное мое правило – тщательно расправляю бахрому перед съемкой. Вот так, руками, каждую ниточку. После транспортировки бахрома всегда торчит и нужно ее пригладить. Это просто и быстро, ведь шнур довольно податливый. Не пренебрегайте этим правилом. То, что в жизни мы можем не заметить, фото всегда подчеркнет и усилит.